Видновской производственной службы теплосети Виктор Николаевич Голосов работает всю жизнь. Сюда он пришел 25-летним юношей после окончания института на должность инженера. Да так и остался. Интересные люди. И я, в общем, тут не бывает такого однообразия. Всегда, каждый день что-то новенькое. Коллектив очень замечательный. Собственно, благодаря коллективу, может быть, и я стал тем, кем я стал. Потому что это верные друзья и помощники. С 2003 по 2018 годы Виктор Николаевич руководил предприятием. Именно при его директорстве были существенно улучшены схемы теплоснабжения округа. Благодаря замене котлов и установке дополнительного четвертого, мощность районной тепловой станции была увеличена на 60%. Сейчас Виктор Николаевич – инженер технического надзора. Капитальный ремонт и реконструкция теплосетей проводятся под его чутким контролем. С утра будешь демонтаж делать подающего трубопровода, да. И тогда ты пропихнешь из канала сюда новую трубу, здесь соединить около задвижки. Да. Работа трудная, разъездная, но интересная, а главное – нужная. От твоей работы зависит спокойствие жителей. Мы же, честно говоря, людям радость дарим. Все вот наши сотрудники, каждый, я не говорю то, что только руководитель, каждый сотрудник дарит людям радость, тепло в дом дарит. А это дорого стоит. Многие коллеги называют нашего героя своим учителем и наставником. Моим наставником, руководителем, как директор был именно Виктор Николаевич. Он никогда никому не отказывал в советах, никогда никому не отказывал в своих предложениях по улучшению всевозможных там процессов в работе. Вот. Он по натуре такой, в общем, работник, который всегда у него в голове такие неординарные, оригинальные решения сложных вопросов. Всегда к нему подойдешь со своими проблемами, он всегда поможет, объяснит, то есть никогда не повысит голос. То есть замечательный руководитель и как человек, как специалист очень грамотный, очень много знает. И как человек очень хороший. Поэтому мы его все любим, ценим. За профессиональные заслуги в этом году Виктор Голосов был удостоен звания почетного гражданина Ленинского городского округа. Виктор Николаевич признается, приятно, конечно, но ничего сверхгеройского в этом нет. Он просто добросовестно делал свою работу. Екатерина Борисова, Кирилл Иванов, Ольга Садовская, Видное ТВ.